За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 148 происшествий. Из них 32 преступления, 25 из которых раскрыто. Всего выявлено 245 административных правонарушений. Из них за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено к ответственности 62 гражданина. Изъято 12 единиц оружия. За неделю произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. 10 июля текущего года в районе реки Куя и озера Харитонова проведен турнир по рыбной ловле. Сотрудниками полиции осуществлен комплекс мероприятий в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Нарушение общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. За неделю на территории округа зафиксированы факты возгорания лесных массивов и жилого сектора. В связи с чем полицейские напоминают гражданам о соблюдении правил противопожарной безопасности как в жилом секторе, так и в лесу. 8 июля 2016 года в 10 часов 50 минут в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что в поселке Искателей произошло возгорание жилого дома по улице Строителей. Инспекторы отдельного взвода ДПС, находясь при исполнении служебных обязанностей, получили сообщение о происшествии с дежурной части и незамедлительно направились к горящему дому. Прибыв на место, инспекторы ДПС увидели мужчину с ребенком на руках, который кричал о помощи. Быстро оценив ситуацию, полицейские незамедлительно подбежали к мужчине, после чего на служебном автомобиле доставили ребенка в Ненецкую окружную больницу. Прибывшая пожарная служба локализовала и потушила возгорание. В результате возгорания в Ненецкую окружную больницу доставлен еще один малолетний ребенок 2015 года рождения и женщина-мать малолетних детей 1987 года рождения. Причина возгорания устанавливается. Справочно, гражданин может быть привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной, если по его вине пожар приведен к уничтожению имущества или пострадают люди. С начала летнего сезона на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. Полицейские предупреждают население об участившихся случаях хищения велосипедов, оставленных гражданами без присмотра. Во избежание хищений полицейские рекомендуют использовать противоугодное оборудование, нанести индивидуальные метки на крупных деталях в недоступных местах, которые будут известны только владельцу, такие как рама, колеса, руль и сиденье. Оставлять велосипед в недоступных для посторонних лиц местах, сфотографировать свой велотранспорт. В целях повышения безопасности дорожного движения на дорогах округа сотрудники госавтоинспекции предлагают жителям округа фиксировать нарушения правил дорожного движения и направлять соответствующие обращения в отдел ГИБДД по адресу улица Строителей, дом 21А, поселка Искателей и в УМВД России по Ненецкому автономному округу по адресу улица Выучейского, дом 13. Телефон дежурной части управления МВД России 02-421-26. Телефон доверия 421-52. Анонимность гарантирована. Информация может содержать данные о фактах нарушения правил дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения. Движение транспортных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения. Сведения о наличии технически неисправных и брошенных транспортных средств. О разыскиваемом авто- и мототранспорте. Зафиксировать нарушение правил дорожного движения можно двумя способами – фотофиксация и видеофиксация. Необходимо обращать внимание на то, что на фото или видео должны быть видны государственные регистрационные знаки, номера автомобиля. Должно быть четко видно нарушение правил дорожного движения. Например, если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака. Запись нарушения другого транспортного средства с видеорегистратора. В течение 6 месяцев 2016 года в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу поступило 11 обращений граждан о фактах управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По 4 обращениям факты подтвердились и правонарушители привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Это была дежурная часть. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны.